Быстро получить паспорт, зарегистрировать автомобиль, проверить, уплачены ли налоги. Все это можно сделать, не выходя из дома. Сегодня на выставке региона сотрудничества без границ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций наглядно представила портал государственных услуг. Ребенку пора в садик. А записаться не так уж просто. С электронными госуслугами ваша жизнь станет проще. Работает уже много лет. Специалисты постоянно совершенствуют его функционал, насыщая новыми возможностями. Электронная составляющая таких услуг – специальная система. Благодаря ей у нас есть возможность, единожды зарегистрировавшись, получать необходимые документы, практически не вставая с места. По данным Минкомсвязи России, почти 70% жителей региона активно пользуются электронными услугами. В этом году одним из больших прорывных событий, которое будет сделано в нашем портале госуслуг, это появление личного кабинета пациента, где к концу года будут представлены все медицинские услуги, оказанные нашим гражданам. Преимущество получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде настолько очевидно, что их оценили даже люди, не очень сведущие в IT-технологиях. Сейчас на уровне России реализуется проект под названием «Мультирегиональность единого портала государственных услуг». Он предполагает интеграцию контента субъектов на территории всей страны.